Вот стараемся тут трудимся. Вот у меня отрок тоже вот тут у нас трудится. Максим. Сам попросил, подошел после обеда, говорит, можно пособирать жуков? Пожалуйста, говорю, собирай. Это дело похвальное, когда человек сам соизволяет поработать. Некоторые брезгают жуков, а он свободно их собирает. А говорит, а что их бояться? Да, у меня тут насос сгорел. Тут в это место попала влага. Все сырое. Сегодня то ли прокладка отошла, то ли что, так я не понял я. То ли гайки ослабли, болты. Вот так вот. Сейчас подойду поближе, посмотрю более точно, что он там делает. Ну что, Максим, как твои успехи? Хорошо. Хорошо, да? Показывай. Показывай тебе наши жучки. С листиками. С листиками. А, это эти? Да, да. Яйца. Яйца, да? На яйца я сама. А, вон сидит прямо, смотри, на тебя смотрит. Да, лишь бы только нашу картошку съесть. Значит, тебе это занятие нравится, да? Да. Понятно. Это похвально. Хорошо. Возьми тоже. Два зубчика. Да, оставь. Так, вон еще один сидит. Ну, вот они сидят вон. Тычок. Полосатенький. Сейчас мы его сюда. Ну вот так вот, слава богу, в принципе, собираем тут, жуков стало намного меньше, ну и постараемся эти яйца убрать, иначе лисинки потом пойдут и все, сожрут всю картошку у нас. В том году очень много поели. Вот. Ей бы подняться, тогда она не боится жуков, то есть когда большие кусты, она не боится, что она съедена будет. А вот когда так вот, она еще маленькая, немного съедает, конечно. На, тоже.